Ребята, всем приветы. Всем приветы. Ну как ваше настроение, бодрое? У нас опять снег идет, он не прекращается. Снег, просто. Мороз, снег завалил. Сегодня здесь эвакуировали у нас соседа. Эвакуатор приехал, хотя достаточно новая машина, может быть дизель замерз, мы не знаем. Ну так вот долго достаточно тяжелая, большая Санта-Фе. Новая практически, не знаю. Вчера просто у нас же была минусовая ночь, вообще серьезная, потому что -24 утром было, показывало, а ночью не, наверное, сколько. Может быть, дизель замерз. Мы сталкивались с этим, когда за -30 заходило там на предыдущей машине. Может быть, с этим связано, не знаем. А к нам едут гости. Кто хочет, навещает Данюшика, нас. Мы с удовольствием всегда всем рады. Не знаю, когда приедет. Ну, скоро должна. Скоро приедет. Сестра моя приедет. Тетя Данюшина едет. Тетя Алина, давай приезжай скорее. А Данюша готовится, он уже спит 3,5 часа и пока еще спит. Он готовится к массированной игре, видимо, к мощной игре, в которой будут принимать все участие. И Даня, чтобы выдержать такой напор, решил отоспаться. На самом деле, наверное, сегодня сонное настроение у Данюшика, и поэтому решил как-то отоспаться. Да, но он встал в 7 утра, меня разбудил ни свет, ни заря. И сам уснул на 3,5 часа. Ну, окей, пусть отсыпается и играет как можно дольше. Вот это я люблю. Ну что? Лучик, иди играться. Давай. Лучик, иди играться. Давай. Лучик, иди. Смотри, мараката. Давай, иди играться. Скажи, тетя Алина привезла барабан. Ой, я уже барабан. Ах, да. Барабан. И вот такие вот штучки еще. Да? И вот такую вот трубу. Вот так вот. Смотри, барабанит. Ага. Смотри. Молодец. Ой, сюда, молодец. Смотри, молодец какой, а? Ой, какой молодец. Да ты у нас барабанщик. Барабанный батл, смотри. А теперь ты... Вау! Раунд! Раунд! Да ты у нас барабанщик, вот кто ты, оказывается. А ты, Лучик, что? Подмазывается. Слюни, давай слюни. Слюнки. Смотри, прикалывается. Такой вообще... Ну что, поехали? Как мороженое, скажи. Ага, в рот. А, тут же палочки, да? Да, но я их убрал, они острые. Да. А, острые. Ну, руками, потом палочками. Ух ты, какой. О, ничего себе. Игра пошла. Завороженный. И вот туда вот. О, Данюшик. А тебе вон тот сейчас, вот тот маленький. Будем зажигать. Иди сюда. Давай маракасы бери, Дань. Давай, будешь подыгрывать. Давай. Давай. Давай, Данюша. Ты. На, возвращаю тебе барабашечек. Давай. Вот так. Ощущаешь, острые? Я забрал. А. И плюс они могут засунуть далеко. Да, так и засунуть острова, далеко, да. Может, в глотку. Ну, да. Ударится. Угу.
Пойдем? Пойдем обниматься? Ты такой нежный мальчик. Ты такой ласковый. Такой любовь. Да, скажи. Батареи пополз. Все купают Даню, да, Данюш? Даже лучик был здесь. Но да, не пей воду. Он не выдержал. Да, не пей воду. Много, скажи, набрали, чтоб. Да? Надо чуть-чуть отпить, да? Пой, Данюшек. У Алины высветилось, что бросит пить в этом году. Даня. Как это? А там есть такая штучка, типа, с предсказаниями. А-а-а. И у него выпало брошу пить. Воду из ванны, да? Молочко. Молочко. Данюшек. Пошла попрощаться с тобой, сказать пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, малыш, улыбак. Обнимашки, целовашки. Не уезжай, да. Когда ты приедешь? Скажи, это я люблю. Да. Руки отпускал, да, по-моему, сейчас? Да. Угу. Не держится. Данюшек. Пока-пока, Данюш. Пока-пока. Ты такой маленький. В следующий раз приеду, ты уже, блин... А вот почаще приезжай. Какой на даче, малыш? Ну что, уехала Алина. Молодец, она очень долго побыла у нас. И мы очень рады, потому что она... дождалась второй раз, когда Данька проснется. Мы вместе там его купали в ванной. И вот она вечером мы уложили спать. Даня сейчас, он практически уже спит, валяется. И она уехала. Ну, ей ехать домой где-то полтора часа. Поэтому предлагали оставаться, но что-то не захотела. У нее еще там, она говорит, заданий куча. Она тоже проходит челлендж свой со своими заданиями. И я тоже сейчас буду заниматься, я сегодня расслабилась весь день, мы так хорошо провели время, пообщались, поиграли с Данечкой, вообще, ну, замечательно. В общем, день прошел, сегодня на улице холодно очень, поэтому мы не собирались на улицу выходить, завтра, наверное, тоже будет подсидки дом, но нужно дойти до Wildberries, там пришли две книжечки для Данюши, я заказывала ему. И, в общем, да, вот так вот. Приятное впечатление. Я люблю, когда приезжают в гости. Особенно вот этот год, когда вот ситуация такая, одно время все гости перестали вдруг приезжать, и мы перестали куда-то ездить. Страшно, но все равно страшновато. Маленький ребенок до года, в общем... Не стоит рисковать еще, ну, как бы не все прививки есть, и в общем, разные-разные тут моменты, иммунитет еще не такой крепкий. Конечно, сейчас летом и весной будет, наверное, наверняка попроще. Мы будем ездить отдыхать куда-нибудь, запланируем поехать, уже запланировали точнее. И, в общем, все будет хорошо у всех. Вывел лучика на прогулку, но тут вообще, сейчас показывает минус 16. Убрали наш тут буран был. Горка супер. Здесь как раз была. Пойдем, Лучик, пойдем. Лучик, иди как всегда. Давай, давай, иди. О, прохладно. Снежно. И снег продолжает идти, сыпать. При минус 16 такой мелкий идет. Лучик, ты как? Не замерз еще? Ты не замерз, морда? Пойдем. Сейчас вокруг дома обойдем, просто немного прогуляю его. Ну, очень холодно на самом деле, но дети бегают во дворе, резвятся, наверняка им жарко. Ну, руки замерзают прям мгновенно, прям обжигающе. Снег скрипит, прям как в сказке. Пойдем, Лучик. Лучик сейчас встретил Моночку, свою подругу. Немножко они побесились, поигрались.
Ну что, ребенка нам нагуляли. И сегодня Данюша спал первый раз 3,5 часа, второй раз еще 1,5 часа поспал и уснул сейчас. И всю ночь проспит. До 8, да. Минимум, да? Да. Он, видимо, получает эмоции, когда приезжает гость, такие яркие. И он хорошо спит потом. Яркие эмоции, просто был в восторге. Он уже подзабыл тетю Алину, но потом, когда понял, что игра пошла, Данюша начал там просто такое выполнять, исполнять. Был просто счастлив, радостный. Он к ней потом обниматься лез, целоваться. Вообще прикольно было. А Лучик вот немножко не возлюбил. Почему? Потому что у Алины есть собака тоже, девочка, и Лучик она с ней приезжала. Не да, однажды она с ней приезжала, и Лучик не понял, в чем проблема. Это просто собачка, она, короче, очень любвеобильная. И... Да, Лучик? Лучик. Мы про кого? Про зефирку разговариваем. Вот. И она очень любвеобильная. Она нас сразу с порога расцеловала с Димой. Лучик это увидел. Приревновал, ушел под кровать ушел и больше кровать, не выходил. И весь вечер сидел там, пока она у нас была в гостях и не выходил. И потом еще обижался на нас очень долго. Ну, надо сказать, что ранее, когда приезжала Алина, Лучик так с ней играл, да. он ее больше всех, как бы, из всех, кто к нам приезжает в гости, он просто ее просто обожал. Но играл сегодня он на нее рычал. Постоянно. Он постоянно на нее рычал, но от нее прям, наверное, я так не чувствую, но он-то понимает, что от нее пахнет собакой. Причем? Так псина не пахнет, не подумайте. Не самой любимой собакой. А мы сегодня с Лучиком на прогулке встретили его любимую подружку Моночку. Они там так носились, я просто не успел даже телефон достать из кармана. У меня еще мусор был, в общем, холодно было. Я даже ничего не успел сделать, он как ее увидел, они как помчались. Монка была без привязи, а Лучика я даже не смог отпустить, не успел. Они так возле меня вот такие круги там наматывали. Давно они так не бегали, соскучились. Они соскучились, очень давно они не виделись. И, конечно же, соскучились. А еще Лучик сейчас очень заводной, когда выходит на улицу, потому что холода, и мы не каждый день с ним ходим тоже на прогулку, там через день, мы получается, короткие через достаточно. И прогулки короткие. Если летом там час, могли гулять два, там иногда даже 4, когда туда ходили, то сейчас 15 минут, и у него начинает лапы мерзнуть. Ну вот мы встретили Мону, у нее лапы замерзли, она прям поджимала. А мы с ним вокруг дома обошли, и все, я так, ну, не гуляем сейчас долго с ним, чтобы он не морозил лапы. Мы сначала не понимали, то ли он от соли поднимает, ну, вот этот химикаты посыпает, чтобы снега не было, то ли от мороза. Но в итоге пришли к выводу, что от мороза, потому что старались гулять, где нет химикатов, мазали, а он все равно лапы мазали этим маслом каким-то специальным лапы. Воском. Да, воском. Воском. Он все равно поднимает, в общем, мерзнут. Значит, мерзну, да. При сильном морозе. Ну, сегодня был очень клевый день. Данюшек вообще наигрался, нагулялся. Вообще, и мы наигрались, нагулялись. Жалко только много одно. Много о путешествиях разговаривали. Да, вспоминали много, планировали, возможно, много. Мечтали. Потому что Алина тоже, они любители попутешествовать. Они недавно приехали из Питера и на новогодних праздниках там были. Тоже на машине и... Ты вот. Где ее нашел? Под кроватью она была все это время. Ничего он просто себе. Внимание привлекает. Нашел старую игрушку. Лучик всячески привлекает внимание. Да, супер было вообще. День супер мега насыщенный у всех был. Единственное, говорю, маленький нюанс, не хватает все-таки прогулок. Ну вот мне, хоть мы с Лучиком вышли надолго, но в целом хочется выйти с Данюшиком прогуляться, но там очень не холодно. До малышей погода вообще. Очень холодно. Да, но в принципе все равно день прошел очень быстро, и я хотела там в Wildberries сходить, к Королю за сеном сходить, и никуда не сходили. Ну и ладно. Завтра все сделаем. Позитивно, да. Все. На этой позитивной ноте будем прощаться. С вас лайк, подписка и комментарий. А с нас продолжение клевых позитивных видосиков, да? Угу. И следующее видео выйдет, как всегда. 7 часов утра по московскому времени. С вами были Аня и Дима Сугробы. Всем позитива, ребята. Пока-пока. Пока-пока.